Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с того, чтобы в обязательном порядке порекомендовать показать ребенка детскому психологу, и чтобы вы, ну так получается, обе, значит, чтобы вы тоже поговорили с детским психологом также для того, чтобы лучше понимать, что вам нужно делать, как вам лучше себя вести, ну и так далее, и так далее. Значит, теперь дальше. Если вы спрашиваете нас по поводу того, как вам не испортить, значит, девочке психику, да, что вам нужно делать для этого, вот я вам отвечу следующее. Ну, как вот вы говорите, что вы не лесбиянки, хотя, по большому счету, не знаю, зачем вы это сказали, потому что, ну, здесь вас никто не будет, на мой взгляд, обвинять, и уж точно никто вам ничего говорить не будет. Вот. Но в любом случае, раз вы об этом сказали, значит, что-то, наверное, там есть какие-то намеки на это, есть. Вот. И, по моему мнению, вам нужно срочно сделать так, чтобы вот хотя бы ваша подруга, чтобы хотя бы она срочно познакомилась или встретилась с мужчиной каким-нибудь, для того, чтобы, ну вот, уже с ним, с мужчиной этим, выстраивать какие-то взаимоотношения, потому что ситуация, к сожалению, складывается довольно-таки печальная здесь, на мой взгляд. Вот, и связана она с тем, что девочка действительно думает, что у нее две мамы. К сожалению, ситуация складывается действительно именно так, и это плохо. И, естественно, она забыла своего отца уже, потому что в этом возрасте дети достаточно часто, к сожалению, забывают родителей, если они не находятся с ними, если они не проводят с ними много времени. Вот. И это, то есть, нормально для ребенка подобная вот реакция. И в этой ситуации вам, пожалуй, главное себя правильно вести, а правильно вести — это означает срочно ввести мужчину в семью, потому что без этого будет вам, мягко говоря, очень тяжело, и ребенок, скорее всего, так и не сможет строить отношения с мужчинами, просто потому что вот ситуация будет такой, что опыта у нее, у девочки, я имею в виду опыта, брат-напросто не будет. Вот чтобы такой ситуации не было, я вам настоятельно рекомендую как можно быстрее, как можно скорее вводить в жизнь семьи мужчину, чтобы он как можно скорее появился,
и чтобы вы могли, ну вот, девочку приучать к тому, чтобы она, значит, училась общаться с мужчинами. Потому что, понимаете, дело в том, дело все в том, что отсутствует вот этот вот образ, первичный мужской образ, он отсутствует, его нет. А он необходим ребенку как раз таки для того, чтобы взаимодействовать с мужчинами. То есть первичный мужской образ девочке необходим. А он никак не формируется, по сути. И получается вот такая, в общем, очень неприятная ситуация, когда ребенок просто-напросто не воспринимает даже бабочку. Вот. Но если бабочка, то, что бабочку не воспринимает, это еще понятно, хотя и все равно довольно-таки плохо это. Вот. Если бабочку это понятно еще, то вот то, что мальчик стесняется и говорит, что у нее две мамы, в нашем обществе, именно вот в нашем обществе, это граничит с определенными проблемами и даже, я бы сказал, с определенными конфликтами. Конфликты, причем именно у нее будут с ее окружением, чтобы вы вот лучше понимали, как обстоят дела. Вот, соответственно, здесь я рекомендую вам разобраться, почему подруга ваша не может построить отношений с мужчинами, с чем это связано, и, собственно, срочно эту проблему как-то решать, потому что чем больше лет девочке будет, тем больше будет, чем больше будет лет ребенку, тем, боюсь, вот как раз ситуация будет все хуже, хуже, хуже и хуже. Вот. Поэтому здесь я думаю, что вам нужно как раз таки поработать над тем, чтобы ребенок ваш, ну я имею в виду ребенок вашей подруги, приобрел опыт именно с мужчинами. То есть, понимаете как, здесь важно не столько даже само наличие отца в семье, сколько именно вот пребывание ребенка, пребывание мужчины в семье. Просто мужчины хотя бы, понимаете, просто хотя бы мужчина, чтобы хотя бы мужчина был вот именно в семье. Уже это само по себе сможет, в общем-то, достаточно существенную оказать поддержку вашему ребенку в том контексте, в том аспекте, значит, о котором вы говорите. Вот. Если ситуация будет такова, что если предположить себе, что ситуация будет такова, что у ребенка, например, вообще не будет опыта общения с мужчинами, то если даже вы не являетесь лесбиянками, вот,
то объективно очень может быть, что сам ребенок, вот эта вот девочка сама, она как раз таки будет лесбиянкой. Ну, просто потому, что у нее не будет, у нее не будет, как бы это сказать, возможности, да, у нее не будет возможности выстраивать отношения с мужчинами. Поэтому я рекомендую вам, ну, постараться со всей серьезностью отнестись к вот данной проблематике. И что касается бабочки, да вот тоже, на мой взгляд, очень интересный момент. Здесь вы говорите, вот, что, ну, почему бабочка является совершенно незамеченной ребенком. То есть вот как вообще давно это происходит, что бабочка не замечает ребенка. Почему так получается? Как так получается? Это тоже, на мой взгляд, странно. И здесь только вот детский психолог, к сожалению, может помочь. Ну, опять же, вот как эту ситуацию вижу я. Как она мне видится, вот так, в принципе, я вам и стараюсь ее донести. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он был вам полезен. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!